Так, ну, еще раз всем здравствуйте, всех с наступившим Новым годом, кто меня смотрит. Это видео я записываю, потому что мне просто нужно очень много фармить по эвенту сказаний. И мне скучно это делать просто так. Поэтому, пользуясь случаем, я сейчас подведу некоторый итог моего ознакомительного, скажем так, периода с Another Eden. Покажу, почему это действительно настоящий JRPG и почему я потеряла всякий интерес к мобилкам остальным вообще, за исключением, как моя подруга говорит, Наборатан, за исключением добычи самих трофеев, хотя сама Наборатан устала уже и от этого. А вот. В общем, сейчас мы тут немножечко приоденемся, а то куда мы пойдем? В 70-й данж там больно бьют. Момент. Так, у меня в прошлый раз Юрка там упала. Это как бы никуда не катится. Так, ну это для начала. Что, кстати, здесь важно скажу. Вот это вот все хозяйство добывается на территории, откуда Кларте, или Кларте, я даже не знаю, как правильно его имя говорить. Поэтому я советую обратить внимание на этот эпизод. Здорово поможет дальше. Ну, в общем, ладно, оделись. Я советую именно, как я это все делаю, потому что я совершенно не умею играть в JRPG и вообще не умею играть. Но надо добиться определенных результатов и быстро. Поэтому мои советы для тех, у кого с этим еще хуже, чем у меня. То есть мы идем фармить. Мы идем фармить в вере хардовой. Данж. Причем я хочу параллельно с этим еще и раскачать самого Кларте, потому что босс, на котором я вчера запоролась, я так чувствую, там нужен он. В общем, идем вот так. Так, и сейчас мы еще Мистраре отдадим. Так, секунду. Не Мистраре, а Цукихе, пардон. Сейчас, секунду. Цукихе отдадим то, что с Юрой сняли. Так. Репент ринг. Все лучше, чем то, что у нее. Так. И Кларте мы дадим бадж на прибавку. А у него и так он стоит. На 20% прибавку получаемого опыта. Надеть можно, но использовать мы не будем, потому что он не пойдет на передовую здесь. А здесь скажу сразу, финальный босс все-таки представляет для нас опасность. Но, в общем, вот так вот мы выдвигаемся.
нужно отсюда не только Dreamcolor Ink в огромных количествах, нам нужны отсюда ингредиенты на ихнюю тунцовую кулинарию. Поэтому по возможности будем Юрина им поберечь. Здесь дамы справятся сами. И будем аккуратно фармить здесь все, что фармится. У меня, сразу скажу, у меня не получилось наладить командную работу здесь ничью, кроме вот этой компании, и то не на всех хватает. Но, к счастью, мы здесь, по крайней мере, идем без дамага по нам. Вот что важно. Как бы в этот данж надо идти только при условии, что еду будем расходовать только на подходе к финальному боссу. А то здесь вообще... 70-й уровень, он правда больно бьет. Поэтому наша задача... не дать вообще по нам попасть. Ну, вон и Кларта уже начал расти в уровнях. Все замечательно, все по плану. Так, сейчас эта штука пройдет. Ага. В отличие от открытых локаций, в этом данже хорошо то, что здесь ограниченное число вот этих вот боев. Их всего 7 на каждом уровне этого данжа. Поэтому у меня более-менее силы рассчитаны, чтобы здесь не страдать особенно сильно. Так, побережем Вельвет, Юр, давай. Юра имба совершенная, то есть как здесь играть без Юры и как вообще здесь люди играли без Юры, я не знаю. Это явно было сложно, но с ним что-то как-то... Так. С ним что-то как-то проблем не знаю даже я. А, вот, то есть... Сложно его получить в пятую звезду, особенно когда не знаете, что делать. Но есть Википедии, есть каналы опытных людей. Хотя потом я уже меч Вельвет сама нашла без подсказок. Вот, это наш второй уровень этого данжа. Опять начинаются бои. Система элементов здесь отличается от сказанской, что меня очень сильно удивило. Ал Рейвен задавал вопрос, и оказалось, что здесь против воды земля, а не ветер. Поэтому это надо держать в уме всегда.
Мне, конечно, это дико. Что на самом деле вот здесь как раз нам лучше использовать вельвет, не юро. Ну, видно, да, ингредиенты на готовку валятся в огромном количестве. То есть с этим у нас проблем не будет. Вот этого добра не в данже, а за пределами его, то есть на самом, на карте мира, там вообще неограниченное количество, можно набрать очень много. Поэтому на это не обращаем внимания. Кларте, здесь дело какое? Мало того, что там чувствуется, что дальше нужен будет он сам, потому что у него уникальный элемент. Это, конечно, спойлер. Здесь еще есть Сандер и Шейд, как они переведены. Вот. И у него там что-то типа очень мощной защиты от этого самого Сандера. Ну, вообще лайтинг, конечно. То есть здесь не лайт, а лайтинг. И нам вчера там было очень плохо. Потому что вся моя вот эта пати замечательная, она просто по боссу там мажет. И это явно намекает, что там нужен Кларте, явно не 30 уровня, а не ниже 60-го. К тому же его сюжет, он сейчас ongoing. В Японии вышло глав больше, чем на глобальном сервере. Поэтому здесь уже ничего не поделаешь. Надо раскачивать Кларте, и я не хочу оказаться опять в ситуации, что я жду сюжет на самом интересном месте. Поэтому сегодня у меня выходной. Я просто не иду дальше ни по мейн-стори, ни по эпизоду Кларте. Я решила заниматься... вот этим 70-м сказанским данжем. На самом деле, скажу честно, что бьют здесь очень больно, поэтому здесь единственный вариант — просто не давать по себе попадать. В коем случае. То есть здесь ничего не просто, здесь просто мои девушки передамаживают. Ну, а Юра, я уже сказала, вообще имба. Вообще имба, еще один во все самое лучшее, что я могла себе позволить достать для моей пати. Но сейчас уже ясно, что мы дальше будем фармить ту территорию, откуда родом у нас Кларте, потому что там... можно накрафтить хорошие вещи. Так, ну все, надо подумать уже о еде. Сейчас это, наверное, последний бой. Кларте уже 35 уровень. Пока что все идет по плану. Так, едим. Отлично.
добиваем последних супостатов. Должна признать, что мне действительно очень повезло с гачей. То есть вот сейчас увидите, что на боссе будет происходить из-за бафа Цукихи. Я делала видео до этого, что нам не страшен босс в хардовом данже. И я не скажу, что нам не страшен совсем сейчас вот этот босс, который будет. Но мы, во всяком случае, сюда доходим уже нормально. Практически с полным МП. Поехали. Сейчас, если, конечно, из-за того, что я записываю видео и разговариваю, я сейчас сама не буду лажать, все должно быть хорошо. Поехали. Так. От тебя твой баф на катану. От тебя твой первый этот. От тебя вот так. Ай, больно. Пробуем. Есть. Вот по этой схеме мы проходим Вери Хардовый данж. Без потерь. Ясно. Сколько у нас уже этих чернил? Уже больше 65 тысяч. Так, хорошо. Ну, пойдемте сразу посмотрим, что там у нас с заготовкой. Потому что я тоже, на самом деле, не в настроении 5 раз подряд бегать один и тот же данж. Тем более на запись. Но суть такая здесь. Не сюда. Нам надо на карту. Актиул. Или Кальду домой. Но мы пойдем в Актиул. Пойдем в Актиул на кухню. И... О, так, на кухню. Сейчас, секундочку, я заблудилась чуть-чуть. Нам вот сюда. Так, спускаемся вниз. И смотрим, что мы можем приготовить.
по этому делу у нас специалистка Вельвет. Ну, пробуем. Так, странно. То, что написано, не произошло. Есть. Прикольно. Извините. Ой, прикольно. То есть за каждое блюдо они предлагают. А мне как раз нужна хорошая катана для моей Цукихи. Ну-ка. То, что надо, вообще шикарно берем. Цукиха, у меня для тебя подарок. Вот так вот. С иммунитетом к яду. И выше дамаг на полном ХП. Вообще чудесно. Так. Ну, в общем, понятно, да, для чего здесь готовка? Готовка здесь меняется на крутое снаряжение. Точнее, на крутое оружие. И это более чем стоит того. Так, для этого дела у нас лучше всех готовит Альда. Альда. Кавераскук. Так, нужно еще раз, но у нас нету ингредиента. Ладно, не страшно. Ну, в общем, дело движется, видно, да? По этому делу у нас специалист Крис. Я смотрю на Ютубе, не на Ютубе, а на Википедии. Рая, потому что я, конечно, не помню, кто почему спец. Ну да, спец. Бывает. В общем, вот такое вот тут мини-развлечение за хорошее снаряжение. Так, это Юрий, да, наш специалист? Юра, давай. А что ты хочешь, мам? А как это связано со мной? Угу. Отлично, второе блюдо есть, и мы можем его выменить на
Так. Что за меч? Давайте посмотрим. 155, Magic 19. Нет, не хочу. А топор? 167, Magic 7. Магическая 39. Давайте возьмем. Давайте лук возьмем. Может быть, он лучше, чем то, что сейчас у нас трары. Так, мистраре. Смотрим, что за лук. У них у всех пользован иммунити. Выглядит он, конечно, упорото. О, господи. Ну, Poison Immunity, это очень хорошо. Короче, этот сет надо всем купить. Оно того стоит. Мое мнение такое. С собой иметь. Но выглядит, конечно, такая ложка. Ой, жесть. Ну, в общем, идея такая. Вот ради чего здесь весь этот фарм, не считая того, что здесь еще скиты будут. Поэтому я сейчас пойду тратить еще одну красную карту. Третью за сегодня. Потому что нам это сейчас достаточно легко и безопасно, и могу сделать это еще разочек на записи, потому что у нас двое в пати. Уже обзавелись повышением дамага на максимальном ХП. Сейчас посмотрим, насколько это эффективно. Делаем все то же самое. Что-то не сказала бы, если бы сильно мощнее. Ух, ну ладно. Монки даст на конна монда. Казанцы, конечно, без придурья не могут без своей.
числе и кулинарной. Ладно, Юр, придется тебе дам страховать, а то... Здесь все не так, здесь огонь, уязвим к ветру. А вода к земле. Я все никак не запомню это. Ну что такое? Так что здесь как раз наоборот надо расходовать Юри на МП и беречь Вельвете. Ну, как у них все отлично получается вдвоем. Ай-яй-яй. Мне страшно. В общем, для большей надежности лучше заряжать все равно всех четверых, чтобы по нам не попадало. О том, что Кларта будет уметь, когда он дорастет до 60 уровня, будет отдельный разговор. Так, Юрка, здесь мы тебя бережем. Угу. Они здесь справляются. Конечно, будь мы еще сильнее, мы бы выносили отсюда еще больше, если бы могли справиться с вот этими большими боссами, которых я обхожу. Красные значки на карте. Но мы не будем рисковать.
была надпись, да, что враг исчез? Вроде была. Вот здесь уже нам нужен Юра, потому что... Так, авиолетное добивание. Из-за того, что у Цукихи недоступна ее последняя атака, а у Ешны... Ее текущая расходует очень мало МП, поэтому видно, да? Хоть она в каждом бою не участвует, все равно у Цукихи практически не расходуется МП. Вот здесь сейчас будет не удар. А, нет, нормально. Едим. И идем забирать сундук. Вот отсюда. И еще один сундук вон оттуда. Глянем, что там внизу, я не помню. Был там сундук? Нет. Нет, тут нифига. Так что можно про это место забыть. И идти спокойно к боссу. А вот он, круг. Портуемся. И пытаемся повторить... Тот же самый номер, который вы видели в начале видео.
Ай-яй-яй, вот это вот опасно. Ох, раз пошли такие дела. Понадеемся на Мистрара, конечно. Но я предпочитаю до этого не доводить. Ну, Мистраль молодец. Ну, Йорк 74 тоже. А вот это ржака. Сейчас тоже превосхожу. Покажу, что это такое. Это бонусы. Вот здесь. Phantom Crystal Dimension. Особый юмор. Вот. А штампы получать мы должны. У кошаков. Главное раньше времени не нажать не на то. Штампик, плиз. Угу. Я еще пишу видео. Да, принеси какой-нибудь с ложкой. Так. Неплохо, да? Вот это вот потрясающе, конечно. И мне как раз нужно Ясумагацури Триастер. Ясумагацухи, извините. Прогуглите это слово.
Так. Вот это здорово. Я еще ими никогда не пользовалась, поэтому это нужно будет. Это нужно будет сейчас быстренько посчитать, как этим пользоваться. Где моя Ники? Ники. Ники, где ты? Так. Так. Их нужно 5. Их нужно 5. А стоят они... Сейчас мы в Напаев сходим. А стоят они дофига, да? В Цубурагемах. Так, по Паев, по... Двести... Цубура гемов. 200. Зато здесь есть вот это. А нам их нужно. Альдо. Нет, не партия. Борт. Я вечно путаюсь. Десять. Десять. Их проще выбить, чем покупать. Ну что, замечательно. Замечательно, очень плодотворно. Сейчас посмотрим, что вот здесь еще можем. Можем ли мы какой-нибудь эквипмент. Або что здесь не левелапают? Cruel Angel Bow. У меня он есть. Вот он.
нам это даст? Тут не написано, сколько плюс это даст. Violated Soul, Snake Dream, Black Bones. Сразу зайти туда. Давайте попробуем. Snake Bone Island, Snake Dream. Так, а там какой-то именно мод, да? Играть туда будем 2 часа, конечно. Забрался. Смотрите-ка, правда защищает от яда. Правда от яда защищает. Нет, это надо обязательно всем этот сет. Сейчас тусовую готовку поставим высшим приоритетом. Что-то мне этот тылсовый лук нравится уже больше, чем... Так. Ты то, что надо, да? Воу. Да. И мы без шкалы. Ну ладно. Поторопились. Юр, давай. Ой, больно. Так, слушайте, нет, это больно. Ладно. Юрка, ты на хилах, все. Я... Это я просчиталась. Ладно, давайте признаем, это правда больно. Это я просчиталась очень сильно. Ну ладно. Резист. Резист. Не резист? А, интересно. Эта тема. Пробуем. Все равно резист. Вот теперь, если мы выживем... Выжили. Понеслась. Душа в рай. Люблю эту пати. Вот эта штука. Ачивки.
Ну вот, видео получилось на час с лишним. Это какой-то продуктивный был час. Так, возвращаемся в Напаев. И смотрим, что нам даст Инченс. Есть меч, и у меня все для него есть. Давайте посмотрим, что будет с Инченсом. Что бы это значило? Moral Heart. Надо читать. Какие вы все страшные. Что нам это даст? Ой-ой-ой. Борт. Килтна. У тебя этот меч, да? All status resistance. Хорошо. Ну, это особая тема про этот меч потом отдельно поговорим. Сейчас вот с этим разбираемся, в общем. В общем, это делать надо. Это не так уж и дорого. Даже стоит. Сейчас посмотрю, что на левел 2. Просто пофармить там еще разочек. Ну все, короче, я занята очень сильно. Всем спасибо за внимание, всех еще раз с наступившим. У нас уже из клуба, кроме меня, один человек играет. Джези, вы тоже вроде собирались, поэтому это видео, я надеюсь, может пригодиться нам всем в дальнейшем. Поэтому я его и решила записать, но я не ожидала, что день будет настолько плодотворный по новым игровым механикам, которые для меня, для самой сегодня новые. Здорово, в общем, действительно, всего лишь час. Все, успехов вам. До следующих видео.